Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Range Rover Sport 2014 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 82 тысячи километров. Заменю на нем топливный фильтр. Топливный фильтр находится под капотом. Открываю капот. Открыл капот. Вот у нас установлен с левой стороны напротив водителя, возле стакана передней стойки, топливный фильтр. Сейчас беру его, снимаю, отсюда достаю вместе с кронштейном и переставляю на новый. Здесь у нас с этой стороны снизу. Здесь у нас, если посмотреть снизу, есть чехол. Его снимаем. На нем дренажная трубка, и под этим чехлом у нас разъем датчика воды. Направляющие, вот они у нас, раз, два, три, это у нас корпус одевается, а вот она защелка, вот это мы ее отжимаем, и фильтр поднимем вверх. Сейчас снизу отсоединяю, а потом сверху трубки отсоединю. Снизу трубку дренажную и разъем я снял, а когда вытащу фильтр, там будет удобнее показать, я покажу, как снимается дренажная трубка и как снимается разъем. Здесь сейчас беру шланги, освобождаю, немножко продую. Вот эту клипсу нам надо будет расщелкнуть, шланг вывести, а потом ее защелкнуть. Здесь шланг, который у нас идет, снимем. Так, не надо ничего тут расщелкивать. Здесь получается клипса выдернута с кузова. Вот она не стоит, потом я ее поставлю. Здесь у нас фиксаторы. Нажимаем их. Желтый фиксатор мы оттягиваем вперед и по бокам нажимаем. Обычные разъемы, быстросъемы. Вот одно снял. Вот вторую снял. Так как солярка из них подтекает, здесь подложу тряпку. Здесь надо с двух сторон нажать. Так, третий снял. И по бокам также с двух сторон нажимаем, снимаем четвертую. Все. Вот он, фиксатор. Я его сюда сдвинул, и вот по бокам два серых коннектора нажимаем и снимаем. Шланги в сторону убираю. Сниму вот эту накладку.
Все-таки освобожу шланг. Вот так вот. Так, эти два коннектора тоже в сторону отвожу. И поднимаю фиксатор, отодвинул, поднимаю фильтр вверх. Вот он фиксатор. Так, ну вот наш топливный фильтр. Разворачиваем его. Откручиваем датчик. Датчик переставляем на новый фильтр. Датчик воды. Потом посмотрю на дне. Но в данный момент воды я не вижу. В топливе ее нету. Здесь у нас есть метка установочная. Вот она. Черным обозначено на фильтре и стрелка на корпусе. Ослабляю хомут, вытаскиваю фильтр и ставлю новый. Range Rover фирмы Delphi. Torx Т20. Беру новый фильтр. В этот раз фильтр брали не оригинальный. Фильтр взяли фирмы Мале. Номер для заказа идет КЛ-1044. Так вроде бы, да? Да, КЛ-1044. Вот такой идет фильтр. Тоже есть метка. Эту заглушку я снимаю. Но с этой заглушки я поменяю вот эту прокладку, переустановлю на датчик. Прокладку я переустановил. Закручиваю датчик на место. Так, подрегулирую я уже его, здесь не дотягиваю. Подкручу, как вот от руки подтянул, а подкручу уже на автомобиле. Вот стрелка, напротив которой устанавливается вот эта метка. Здесь он в корпус просто в торец упирается, а эту метку выставляем по центру. И затягиваем хомут. Заглушки пока не снимаю, сниму на автомобиле. Сейчас покажу, как снизу одевается вот сюда трубка дренажная и разъем. Вернее, не как одевается, а как она снимается. Там просто оно на защелках так защелкивается и все. Вот если посмотреть, я думаю, камера передаст. Вот 4, то есть 4, 3 защелки. Раз, два. А, защелки две и две направляющих. А она на квадрат, на фильтр просто одевается. Вот этими двумя защелками держится. Ну а разъем как обычно. Вот эта скоба металлическая нажимается. Эй, куда ж ты прячешься, родной? Не прячься. Вот она. И он снимается вниз. Не надо ничего подлазить, ничего изобретать. Беру, устанавливаю фильтр на место. Вставляю вот эти направляющие и защелкиваю.
и все. Сразу снизу одеваю разъем. Все, разъем я снизу одел, а вот заглушка одна соскочила и улетела, желтенькая. Снимаю эти заглушки. Ну, здесь у нас убираю тряпку. И защелкиваю разъемы. Одеваю. Так, это у нас сюда, это у нас сюда, так, это у нас большой идет. Идет. Сейчас клипсу здесь сразу на кузов защелкну. О. Так, этот защелкнул. И теперь вставляю здесь, защелкиваю. Здесь и задвигаю желтый фиксатор. Все, получается, у нас все разъемы сидят на месте. Все. Так, сверху у нас все стоит. Ставлю на место накладку. Ставлю на место клипсы. Все на месте, фильтр защелкнут. Сейчас мою руки, включаю зажигание, не запуская двигателя, раз 5, и система у нас должна сама прокачаться. Руки помыл. Ну а теперь включаем зажигание. У нас насос подкачной должен прокачать. Выключаем. Выключаем. И так 5 раз. Ну что, еще раз сделаю. Ну, я думаю, этого достаточно. Нажимаю на педаль тормоза и запускаем двигатель. И смотрим, чтобы у нас не было подтеков. Ну, честно говоря, это дизельная топливная аппаратура. Здесь подтеков, если они будут на топливном фильтре, автомобиль заглохнет. В
данный момент ничего нет, все нормально, все сухо, все хорошо, двигатель работает, система не завоздушена. На этом замену топливного фильтра я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. Фильтр стоит в гораздо удобнее место, чем на Discovery. На этом все. Всего вам доброго.